Qulmatov chiqib keldi. Lekin xavf to'liq bartaraf etilmadi. Qizilqumda yaxshi imkoniyat bor. Temurxo'ja Abduxoliqov raqib darvozasiga to'p kiritib, Qizilqumni oldinga olib chiqayapti. Harakat почти, да? Кол харакет. Козылком очень быстро выбегает свои атаки. Потом разберемся, был там офсайд или нет. Удар! 0-2 на 18-й минуте. Тимур Ходжа Абдухалика. Станислав Левич. Шоахмедов. Канотлар умман узгарды. Олег Затеев кирип бормоқда. Ўзи зарбани амалга оширди ва 3-чи голми? 3-чи гол! Станислав Левич, кутилмаганда, ўзи ҳам кутмаганда гол муаллифига айланяпти. Олег Затеев хотя бы попытаться завести свою команду, падение и шанс для того, чтобы отыграть один гол. Шахрус Нархонов долго ждал, упал. Скидочка. Ну, не успел, кстати. Не успел Камбаров зачехлить свою ногу. Не успел. Мяч не попал, надо было быстро ее убрать, а он в бок заехал Шахрузу Нархонову. А тут, да? Поехали! О-хо-хой! Несторов! Друзья, вот это да! Несторов тащит 11-метровый удар. Вот вам. Друзья, вот вам мастер. Объяснять я же должен был брать, зачем ты ее не пропустил. Взаимопретензии есть у игроков. А тут и что творится в обороне Сагдианы? Вот это да! Вот это да! Расстреливают Митровича. Нет здесь никакого. Нет его.